компания «Нафтелеком», Вячеслав Куликов, генеральный директор. Предлагаю вашему вниманию наши продукты. Система оповещения GSM Element позволяет передавать данные в диспетчерский центр или конечному потребителю о сработавших датчиках, о состоянии объекта. Система мониторинга транспорта «Сигнал» по каналу GSM позволяет передавать координаты местоположения объекта, полученные с помощью космической навигационной системы ГЛОНАСС и GPS, в диспетчерский центр или конечному потребителю. Конечный потребитель с использованием системы «Кибермонитор», система веб-мониторинга, позволяет отображать на карте местоположение объекта, в данном случае автомобиля, наблюдать его состояние, построить траекторию, историю движения, получить отчет в электронном и бумажном виде. Система видеонаблюдения по GSM-каналу Кадр 5 3G позволяет осуществлять удаленное видеонаблюдение за объектами с использованием обычных аналогов видеокамер и канала передачи GSM, GPRS, Edge и 3G. Потребитель, имея соответствующее оборудование, с использованием проводного интернета, либо беспроводного интернета Wi-Fi и GSM, GPRS, может наблюдать за удаленным объектом. Используется в коттеджах, дачах, на удаленных строительных объектах, бензоколонках, заправках.